Так, ну напомню, значит, мы занимаемся с вами построением неприводимых, неприводимые конечно мерные. Представление группы SL, N, C. Ну или то же самое группы SU, N, C. Комплексные представления SU, N, C. SU, N, конечно. Ну мы с вами выяснили, что все такие представления можно выделить, значит, все эти представления, все такие представления. Конечномерные, неприводимые представления можно выделить как подпредставления в прямом произведении определяющих представлений. Нет, это мы не доказывали. Это довольно такая, как бы, ну, она не сложная теорема, но, в общем, она требует некоторых знаний, которые мы с вами, например, можно это доказать, используя представление со старшим весом. Значит, мы с вами изучали представление со старшим весом для, значит, группы SL2C, ну, или алгебры SL2C, вот, значит, эту конструкцию можно обобщить на случай SLNC. Вот, и, соответственно, так сказать, можно, значит, там мы доказали, что на самом деле все представления группы SL2C конечномерные, они вкладываются в прямое произведение определяющих двумерных представлений. Вот, ну, вот некую аналогичную конструкцию можно сделать в случае SLNC и доказать это, что, так сказать, все конечномерные непроводимые представления вкладываются в прямое произведение определяющих представлений. Значит, где Т – определяющее представление. Представление SLNC. Значит, я не буду говорить про SUN, просто будет подразумеваться. Вот все, что я буду рассказывать про SLNC, про представление SLNC, они, все эти сведения, все эти факты переносятся на случай SUNC. Вот. Ну и, так сказать, в силу того, что прямое произведение является приводимым представлением, да, возникает вопрос, как же все-таки выделить вот эти неприводимые представления в прямом произведении определяющих представлений. Ну и для этого, значит, мы с вами построили специальные проектора. Значит, где действует вот это представление? Представление Т, тензорное произведение R штук определяющих представлений действует... Действует, ну, в прямом произведении определяющих представлений Т. Ну и что такое определяющее представление? Это n-мерное комплексное пространство. Вот. Ну и, так сказать, выделение под представление осуществляется тем, что строится некоторый проектор, который вот в этом пространстве выделяет некий инвариантный подпространство по отношению к действию вот этого представления. Значит, ну и как это строилось? Значит, выберем базис в пространстве V tensor R, значит, в виде вот таких векторов E1 tensor и так далее. Е и Р, значит, где И1, где Е, И, Т, это базис, значит, все такие векторы, это базисные вектора В, вот, значит, ну и мы, значит, знаем, как в этом пространстве действует это представление, ну, понятно, да, значит, как оно действует. Значит, оно действует так, значит, Т тензор RG, на эти, значит, если мы зададим действие любого элемента, значит, G это любой элемент из группы SLNC,
Значит, мы берем представление любого элемента из группы SLNC, значит, прямое произведение определяющих. И для того, чтобы задать, как соответствующий оператор действует в, значит, пространстве представления, надо задать, как этот оператор действует на базисе. Правильно? Значит, ну и, так сказать, я писал вам эту формулу. В общем, вы эту формулу должны были уже неоднократно видеть. Это есть EG T1 и так далее. EG RT. Ну, то есть действие линейного оператора на базисные элементы дает снова элемент из тензорного произведения, который должен раскладываться по базисным же элементам. Ну и вот разложение имеет такой вид. Значит, G, G, G1 и 1, и так далее, G, G, R и R. Значит, ну вот это вот определение того, как действует группа в прямом произведении определяющих представлений на соответствующее векторное пространство. Вот, значит, ну и это, кстати, это представление, еще раз повторяю, является приводимым. Вопрос, как выделить неприводимое. Неприводимое выделяется следующим образом. Надо построить, надо выделить вот в пространстве V tensor R, вот с таким базисом выделить инвариантное подпространство. Значит, что такое приводимость? Приводимость — это когда у вас в пространстве вашего представления есть нетривиальные инвариантные подпространства. Выделение осуществляется следующим образом. Значит, мы можем заметить, что на пространство V tensor R действует группа, на это пространство действует группа перестановок. То есть на это пространство, в котором действует прямое произведение определяющих представлений, еще совершенно замечательным образом действует группа перестановок. Значит, как она действует? Значит, для любой перестановки из SR, значит, давайте обозначим представление, значит, группы перестановок, которые действуют в этом прямом произведении векторных пространств, как S от сигма. Ну и оно действует на прямое произведение, ну, на элементы этого пространства, на тензора, правильно, ранга R. Ну, для того, чтобы определить действие, надо на самом деле задать, как это, значит, этот объект действует на прямое произведение базисных векторов, ну или вообще на прямое произведение любых векторов. Например, значит, давайте возьмем вот такое произведение, где каждый из векторов выитых — это вектора, значит, в определяющем представлении в CN. Ну и как? Давайте, сейчас проверю, как, что-нибудь помните вы или нет. Чего здесь стоит? Какой номер тут? Сигма минус первая от единицы, да. И так далее. В сигма минус первая второе. И так далее. В сигма минус первая от R. Значит, ну и был вопрос, почему здесь стоит сигма минус первая, а не сигма. Проделали дома? Домашнее задание проделали? Вот. Молодцы. Значит, ну, кстати, а как вы проделывали? Вот именно с матрицами делали? Вот. Но проще на самом деле проделать это следующим образом. Вот давайте подействуем сигма мю еще раз сюда. Сейчас я вам скажу, как это по-простому делать. С мю. Но для того, чтобы понять, что это есть S, это есть представление, вот эта вещь должна равняться S мю умножить на сигма. Вот. Значит, ну и давайте проверим этот факт. Значит, вот мы сначала подействовали S сигма, да, теперь подействуем S мю сюда. Вот. И вот здесь вот есть такой, как бы, прием, который упрощает нам жизнь. Давайте вот вместо вектора V вот здесь напишем V штрих 1. Здесь, соответственно, напишем V штрих 2 и так далее, V штрих R. Значит, просто мы ввели новое обозначение. Так, V штрих ита — это есть что? Это есть V сигма минус первая ита. Правильно? Переобозначили.
Теперь, значит, в силу вот этого определения, значит, то, что S от сигмы, действуя на эти вектора, она постанавливает в каждом соответствующем месте V от сигмы минус первой. Значит, если мы действуем S мю вот на такой набор, что мы получим? Мы получим V штрих минус первая 1, правильно? И так далее. V штрих минус первая R, правильно? Мы вот эти штрихованные вектора переставим в соответствии уже с перестановкой мю. А теперь мы воспользуемся вот этой формулой. Значит, V' минус 1, 1 это что такое? V' и t это V сигма минус 1 и t, правильно? Поэтому V' минус 1 есть сигма минус 1. Мю минус первое, один. Правильно? Ну, потому что V штрихованное и Т, это есть сигма минус первое от И. То есть это есть сигма минус первое от мю минус первое, один. Ну и так далее. V сигма минус первое, мю минус первое от R. Ну, а вот это вот есть мю на сигма минус первое от единицы. Мю на сигма минус первое от r. То есть действительно вот эта формула выполняется. Вот. И именно вот из-за того, что здесь, видите, как бы в переставленном виде стоит сигма минус первое на мю минус первое, да, она дает мю сигма в минус первое. Поэтому, так, кстати, вот и надо брать минус первое здесь. Вот. Но это, кстати говоря, имеет некое удобство, связанное с тем, что, значит, вот это вот действие группы перестановок на базисные вектора мы можем переписать теперь как действие перестановок на коэффициенты тензоров соответствующих. Значит, что такое элемент тензорного вот этого произведения? Это есть тензор R-того ранга. Да? Вот что такое элемент вот этого пространства? Это вот же такое, это есть пси, значит, надо его разложить по базису, это есть пси, и 1 и так далее, и r, e, и 1, и так далее, e, и r. То есть поэтому вот и говорят, что тензор r-того ранга – это элемент тензорного произведения соответствующего. Вот. Ну и теперь давайте посмотрим, как группа перестановок действует на, не на базисные элементы, а на коэффициенты тензора. Значит, вот мы как физики, мы вообще-то говоря, всегда работаем не вот с этим объектом пси, а с его коэффициентами. Поэтому вот интересно посмотреть, как же это все-таки действует. Ну давайте подействуем. Значит, s от сигма действует на пси. Ну, что это такое? Это есть пси, значит, во-первых, это пси-штрих, правильно, преобразованный. Пси-штрих. Так, теперь S от сигма, значит, действует на базисные вектора, значит, стоит вот эти коэффициенты, а потом S от сигма действует на базисные вектора. А мы знаем, как он действует на базисные вектора. Он стоит здесь и сигма в минус первое 1 и так далее. Е и с индексом сигма в минус первое r. Ну, в соответствии вот с этой формулой. То есть он на первое место ставит значит, вот, вектор с, и с индексом сигма в минус первое 1. Вот. Ну и теперь смотрите, у нас идет суммирование по i, поэтому мы можем переобозначить. Мы можем вот здесь вот это вот обозначить за g1, вот это обозначить за g от r. Так? Тогда i1 это что такое будет? Ну, раз мы ввели такое вот обозначение, давайте я это теперь сотру. g-кат, это есть i сигма минус первое кат. Так? Тогда и ката это что такое будет? Будет g от сигма ката, правильно? Поэтому вот здесь вот стоят, значит, соответственно, стоят
g от сигма 1 и так далее, g от сигма r. Когда я переобозначу, значит, все и, переобозначу в g. И это есть, значит, вот эти самые преобразованные координаты g1, gr, eg1, тензор, тензор, e, gr. Ну и теперь, сравнивая вот эту вот формулу вот с этой, мы видим, что действие... Давайте это сотру. Мы видим, что действие группы перестановок на координаты нашего тензора, на коэффициенты тензора, на компоненты тензора, они сводятся к тому, что просто эти самые компоненты переставляются. Уже без сигмы минус первой. Уже нормальным образом. То есть мы, вообще говоря, привыкли именно к такому действию. Групп перестановок. То есть вот группа перестановок, ну или, так сказать, групповая алгебра групп перестановок действует на байесные вектора вот таким как-то необычным способом, но зато, так сказать, на коэффициент она действует совершенно понятным нам и обычным способом. Вот. Значит, ну вот так определив действие группы перестановок в нашем пространстве, мы далее, значит, замечаем, во-первых, что, значит, для любого элемента G из группы SL NC, значит, оператор в прямом произведении R штук определяющих представлений, соответствующих этому элементу, он коммутирует с произвольным элементом перестановки. То есть вот у вас группа перестановок действует в прямом произведении векторных пространств определяющих, да? И группа действует. Так вот, замечательным образом у вас, значит, действие групп перестановок коммутирует с действием вашей группы. Вот. Ну, вы доказывали эту формулу? Да. Ну, на самом деле, это что? Это прямое произведение одинаковых операторов, а группа перестановок их просто переставляет. Так как они одинаковые, то никак не влияет на эти перестановки. Ну и после этого, так сказать, ну, во-первых, из этого соотношения сразу видно, что действительно прямое произведение определяющих представлений является приводимым, потому что вот этот оператор является нетривиальным. По Лемми-Шура, так сказать, если есть оператор, который коммутирует со всеми матрицами в нашем представлении, и этот оператор нетривиален, не пропорционально единичному, то значит специально приводим. Вот. А во-вторых, задача сводится к тому, чтобы построить вот из этих перестановок, построить то, что называется идемпотенты, ну или проектора. То есть надо построить, значит, задача сводится к тому, что, значит, необходимо построить некоторые объекты, ну, P, давайте их обозначим, P, которые есть суммы, такие линейные комбинации от вот этих операторов, которые являются представлениями элементов группы перестановок. Значит, x, сигма — это некоторые числа, значит, они принадлежат x, сигма принадлежат c. То есть строится такая линейная комбинация, где вот здесь вот стоят любые перестановки. Да? Так, значит, ну и такие операторы, ясно, во-первых, в силу того, что s, сигма для всех сигма коммутирует с действием группы, значит, такая линейная комбинация будет коммутировать с действием группы. Да? Вот. И задача сводится к тому, что необходимо построить вот такие p, которые удовлетворяют, значит, их много должно быть, альфа. Таких, чтобы... эти объекты удовлетворяли свойству, которое называется, ну, свойство проекторности, или там то, что они образуют проектора. Причем не просто образуют проектора. Вот если альфа равняется бета, то, значит, p альфа в квадрате равняется p альфа. Это свойство проектора. Вот. Но еще, кроме прочего, они являются взаимно ортогональными. То есть если альфа не равняется бета, то это ноль. Кроме этого, еще мы требуем, что они примитивные.
Значит, вот это свойство называется взаимная ортогональность. Значит, проекторность, то, что они проекторы, взаимно ортогональны. Взаимно ортогональны. Но еще требуется свойство, которое называется примитивность. Значит, это свойство заключается в том, что значит, мы не можем разложить вот эти проектора в сумму других проекторов. Сумму других проекторов, которые обладали бы таким же свойством. То есть они как бы являются самыми элементарными объектами. Ясно, что, допустим, если у меня есть два проектора, да, которые удовлетворяют этому свойству, то их сумма будет тоже удовлетворять этому свойству. Правильно? Вот. Так вот, мы должны, так сказать, добиться того, чтобы разложить как бы эти проектора полностью, так чтобы они уже далее не разлагались. Это называется свойство примитивности. Вот. Ну, еще, правда, есть одно свойство, это полнота. Полнота. Это то, что единичный оператор, это есть сумма всех проекторов. Значит, если мы преуспеем, значит, в решении вот этой задачи, то мы на самом деле полностью выделяем все наши неприводимые представления из прямого произведения. Каким образом? Просто все инвариантные подпространства в альфа, это есть результат действия проектора P альфа, тензорное произведение. Значит, смотрите, в силу полноты, да, мы видим, что V тензор R, все пространство разлагается в сумму V альфа. Правильно? В силу полноты того, что единичный оператор есть сумма P альфа, а каждая V альфа это есть действие проектора на тензорное произведение определяющее пространство определяющее представление, то значит, все пространство разлагается в сумму V альфа. Ну, потому что сумма от P альфа, которая здесь вылезет, будет единицей просто. Значит, это первое. Второе. Значит, все эти пространства V альфа, их нельзя подразложить далее, потому что все эти проектора являются примитивными. Вот. Ну и, так сказать, на самом деле все эти как бы подпространства, они образуют ну, вот, какие-то взаимно ортогональные вложения в таких подпространств в прямое произведение определяющих представлений. Вот, значит, ну и это, кстати, остается построить эти P-альфа явно, и мы, значит, в прошлый раз кратенько обсудили, как они строятся. Значит, они строятся следующим образом. Каждому такому проектору соответствует то, что называется таблица Юнга. Значит, ясно, что это объекты, так сказать, являются представлениями неких объектов из групповой алгебры групп перестановок, правильно? Потому что вот этот P-альфа это есть просто представление. Можно вот эту формулу, значит, определение вот этих проекторов написать так, что это есть P-альфа. Тут, чтобы не стирать ничего. Вот эта формула. Ее можно переписать так, что P альфа это есть S это вот такой суммы по всем перестановкам из группы перестановок X сигма сигма. Сигма у меня снизу там стояла. Альфа. Правильно? Потому что в алгебре у меня гомоморфизм является линейным отображением. Его можно просто вытащить из-под этой суммы. Вот. Ну и вот то, что здесь нарисовано, это обозначается как Е-альфа. Называется гипотентом. Значит, вот в конечных алгебрах объекты, ну, так сказать, ясно, что вот эти все свойства проекторов, их можно переписать на свойства гипотентов. Е-альфа, Е-бета равняется дельта альфа-бета
Е альфа, свойства проекторности и взаимной ортогональности. То есть вот заметьте, что это уже объекты в групповой алгебре групп перестановок. То есть можно уже забыть про действие групп перестановок в прямом произведении пространства, определяющего представление. Значит, можно забыть про это, а говорить просто, так сказать, в терминах уже элементов групп перестановок. Значит, ну, так сказать, полнота – это то, что единичный элемент, это есть сумма этих всех альф. Ну и примитивность – то, что нельзя. Значит, вот эти объекты Е альфа называются идемпотенты. Идемпотенты. Если мне память не изменяет, термин ввел Келли. Такой был алгебраист. Помните, таблица Келли такая была. Помните, что такое таблица Келли для конечной группы? Таблица умножения. 4 умножить на 5 равняется 20. Там. То, что вот на тетрадке сзади было написано, это вот такой как бы простейший вариант таблицы Келли. Ну, чего? Идипотенты – это элементы, значит, идипотенты – это элементы групповой алгебры, группы перестановок, СР. Так. Вот так обозначается групповая алгебра, группы перестановок с комплексными коэффициентами. Значит, это элементы групповой алгебры, группы перестановок, которые, во-первых, значит, являются проекторами, являются взаимно ортогональными проекторами. То есть Е альфа на Е бета равняется дельта альфа бета на Е альфа. И, во-вторых, их сумма дает единичный элемент. Ну, и эти идемпотенты называются примитивными, если их нельзя разложить в какую-то подсумму снова идемпотентов. Поэтому, значит, вот эта задача построения этих проекторов, которые вырезают нам инвариантные подпространства в нашем пространстве представления, сводится к задаче построения идемпотентов в групповой алгебре группы перестановок. Просто теперь это совершенно... эта задача совершенно такая, имеющая отдельный интерес, и она связана с построением представлений конечномерных алгебр. Ну или групп конечного порядка, потому что представление группы, конечной группы, ее можно свести к представлению ее групповой алгебры. Вот. Значит, поэтому, так сказать, вот задача, связанная с выделением идипотентов в некой конечной алгебре, там, ну или в групповой алгебре конечной группы, это задача, связанная с представлениями этой группы. То есть, на самом деле, решая задачу о нахождении вот этих идипотентов для групповой алгебры групп перестановок, мы решаем задачу о представлениях групп перестановок, на самом деле. Вот. Ну и вот одновременно оказывается, значит, задача о непроводимых представлениях групп перестановок связана с задачей непроводимых представлений группы SLNC. Значит, вообще этот факт, этот основан, кстати говоря, вот на этом соотношении, на том, что действие группы централизуется действием групп перестановок. Вот. Значит, ну и вот такая дуальность между представлениями группы перестановок и представлениями группы SLNC называется дуальность Шура-Вейля. Это такая, в общем, достаточно интересная, глубокая вещь, полезная. То есть, на самом деле, дуальность Шура-Вейля, ее можно обобщить на случай других групп. Но да, любая с некоторыми нюансами, связанными с тем, что, допустим, в случае групп SO и SP, у вас есть, кроме вот этих самых, значит, кроме, собственно говоря, перестановок, у вас еще в группах SO и SP есть метрика инвариантная. Поэтому метрика инвариантная может выделять из вот этого прямого произведения определяющих представлений как бы под инвариантное подпространство путем свертки, инвариантной свертки двух индексов у вашего тензора. Поэтому для группы SO и SP, значит, возникает некий новый объект, кроме перестановок,
кроме вот просто перестановок компонентов в тензорном произведении векторных пространств, есть еще некий объект, который занимается сверткой, как бы уменьшением ранга вашего тензора. Поэтому, значит, алгебра, которая там обслуживает, ну, как говорят математики, централизует действия группы, это не есть группа алгебра, группа перестановок, это есть некоторое расширение. Соответственно, алгебра называется алгеброй Брауэра. Там, кроме вот этих образующих сигма групп перестановок, есть еще вот дополнительная образующая, которая связана с наличием метрики. Вот. И там, значит, централизующая алгебра называется алгеброй Брауэра. Но мы не будем этим заниматься. В общем, данная конструкция имеет некое обобщение на случай других групп. Значит, ну и так, нам надо построить вот эти вот проектора. Для того, чтобы их построить, нам надо построить идипотенты. Групповая алгебра, группа перестановок. И эти идипотенты строятся в последующей схеме. Значит, каждый идипотент, значит, утверждение. Значит, каждый идипотент Е альфа из групповой алгебры групп перестановок соответствует, однозначно соответствует диаграмме Юнга. Пардон, таблице Юнга. Таблице Юнга. Лямбда. Где лямбда, диаграмма Юнга с R-клетками. Ну или что то же самое, значит, пишут лямбда, это есть разбиение числа R. Вот так вот пишут. Еще такая буковка T перевернутая вот таким образом. Лямбда разбиение R. Это что значит? Это значит, что лямбда это есть сумма по I от единицы до M лямбда итах, где лямбда 1 больше или равняется лямбда 2, больше равняется лямбда 3 и так далее, больше или равняется лямбда M. И больше или равняется нулю. И все лямбда иты целые положительные числа. Z больше нуля. Значит, вот представление некого целого числа лямбда, значит, в виде вот такой суммы целых положительных чисел, которые упорядочить, всегда можно упорядочить таким образом, называется разбиением числа лямбда или диаграммой Юнга с R-клетками. Пардон, ну да, сейчас, да. Значит, что такое сейчас? Вот так вот. R равняется сумме лямбд итах. Вот. Ну и лямбда обозначает еще вот так вот. Лямбда это есть лямбда 1, лямбда 2 и так далее, лямбда m. Или рисует в виде, собственно говоря, почему это называется диаграмма Юнга. Или рисует в виде диаграммы Юнга. Значит, где берут такую строчку из лямбда 1 квадратиков. Так. Здесь лямбда 1 квадратиков. Потом к ней пририсовывают вторую строчку с лямбда 2 квадратиками. Ну и в силу того, что лямбда 2 меньше, чем лямбда 1, ну она будет вот как-то вот так рисоваться. Потом пририсовывают строчку с лямбда 3 квадратиками. Ну и так далее, где в конце будет стоять строчка с лямбда m квадратиками. Из всего квадратика в силу вот этого соотношения будет r. Так. Ну и вот этот вот объект называется диаграммой Юнга. Вот, а таблица Юнга, соответственно, значит, диаграмма Юнга, лямбда равняется вот такой картинке. А таблица Юнга
имеющая форму вот этой диаграммы Юнга, это когда в эти самые квадратики понаставлены числа, номера. Значит, здесь стоит и 1, и 2, и 3, и 4, ну и так далее. Там и каты, и так далее. Где, значит, вот это самое набор этих чисел, и 1, и rt, значит, здесь и rt стоит. Это есть перестановка, некая перестановка чисел 1, 1, 2, 3. R. 1, 2, R. То есть я беру числа от единицы до R и просто раскидываю эти числа в R клеточек. То, что получается, называется таблицей Юнга. То есть это есть некая перестановка числа от единицы до R. Понятно, да? Вот. Итак, значит, каждый идипотент соответствует вот такой таблице. То есть вот такой вот диаграмме Юнга с понакиданными туда числами. Раз мы туда накидали R чисел, да, причем накидали совершенно произвольным образом, ясно, что на... Значит, во-первых, сколько таких разных таблиц может быть? R факториал. Во-вторых, на множестве этих таблиц можно задать действие групп перестановок. Правильно? Значит, я действую группу перестановок, которая будет мне менять номера в клеточках. Значит, ну и способ действия такой. Значит, сигма на некую таблицу, где вот здесь стоит клеточка с номером i, действует так. Она переводит эту таблицу, что в этой клеточке стоит сигма от i. Ну, то есть, так сказать, просто в этих номерах она ставит соответствующие переставленные с помощью сигма номера. Вот. То есть вот задано такое естественное действие установок. Значит, какая подгруппа? Значит, это... Это множество всех перестановок из SR таких, что множество всех перестановок, мы этих обозначим как P, таких, что P действует на вот эту самую таблицу, значит, он занимается тем, что эти перестановки переставляют только номера в каждой строчке. Мы как бы запрещаем, мы выбираем из всех перестановок из группы SR только те перестановки, которые занимаются перестановкой номеров в строках. Запрещены перестановки между разными строками. Понятно, да? Ну, пример давайте. Знаете, какой-нибудь пример такой простенький. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значит, вот горизонтальные перестановки, это перестановки, которые переставляют 1, 3, 5, 6, так, между собой, и 2, и 4. Например, 3 и 2 я переставить не могу. Такие перестановки запрещены. Ну, соответственно, значит, так, это подгруппа HT лямбда. Это есть просто, ясно, что таким образом у меня как бы вся группа перестановок разобьется на подгруппы перестановок в каждой строке, правильно? Поэтому, значит, вот этот горизонтальный стабилизатор или горизонтальная подгруппа, это будет прямое произведение подгрупп всех перестановок лямбда 1 элементов на S лямбда 2 элементов, ну и так далее, S лямбда M элементов, если у меня, значит, число строк равняется m в диаграмме. Вот. Значит, ну и после этого, так сказать, построив такой горизонтальный стабилизатор, можно построить горизонтальный симметризатор. Горизонтальный симметризатор.
P большое, в которой есть сумма по всем перестановкам из вот этого самого горизонтального. Значит, ну, конечно, этот P зависит от таблицы, T лямбда от P. Для построения идипотентов всех мы занимаемся следующим. Мы рисуем некую диаграмму Юнга с R-клетками. Если у меня мне надо построить идипотенты, которые лежат в группе перестановок SR. Значит, беру диаграмму Юнга с R-клетками. Дальше. Накидываю туда номера. Так? После этого по вот этим, значит, номерам и по диаграмме Юнга я определяю вот эту самую подгруппу, горизонтальный стабилизатор. То есть как бы подгруппу, которая не меняет структуру моей диаграммы, так сказать, и не меняет как бы структуру строчек. Вставляет только номера в строчках. Вот. После этого я беру все элементы этого горизонтального стабилизатора и устраиваю такую сумму по всем перестановкам. Но на самом деле эта сумма, она будет факторизоваться в произведении симметризаторов, связанных с каждым из этих подгрупп перестановок. Вот. Точно так же по данной таблице, значит, я могу построить то, что называется вертикальный стабилизатор. Значит, как это делается? Ну, аналогично тому, как я сейчас занимался выделением симметрии вот этих самых горизонтальных подгрупп, я могу, так сказать, выделить вертикальный. Горизонтальный симметризатор – это сумма по всем перестановкам, которые принадлежат этому, этой подгруппе H. То есть вот у меня есть группа SR. Я в ней выделил, так сказать, в соответствии с данной таблицей Юнга, выделил вот эту подгруппу, которая содержит только перестановки внутри строк, а потом взял и сложил просто все эти перестановки. Ну, дайте пример. Раз возник такой вопрос. Давайте пример. Давайте вот такая у меня диаграмма. Просто 1, 2, 3. Значит, что такое P? Вот этот самый. P от этой диаграммы. Ну что, значит, есть горизонтальная перестановка, которая вообще ничего не меняет. Это единичный элемент. Так. Есть горизонтальная перестановка, которая представляет 1 и 2. Плюс 1, 2, вот так напишем. Значит, цикл. Помните обозначение циклами? 1, 2. Ну и чего? Все. Больше ничего нету. Но если бы я написал вот так вот 1, 3, было бы сложнее, да? То были бы вот все горизонтальные перестановки здесь. Это был бы 1, 3 еще, плюс 2, 3. Плюс чего? Ну, цикл, наверное, такой 1, 2, 3. Их 6 штук должно быть, да? 1, 2, 3, 4, 5. Еще одна должна быть. Ну, еще вот такой цикл должен быть. Плюс 1, 3, 2. Вот, так сказать, вам симметризатор. Если вы всем это поделите, там же будет... Вот, если бы здесь стояло 3, 4, например, то есть, ну, как тут, 4, 5. То тогда, так сказать, это самое, сюда надо было бы еще добавить плюс 4, 5. Что будет у нас в конце, если мы все это подействуем? То есть симметризатор фактически тоже какой-то оператор? Ну, это оператор, который действует, ну, например, на диаграмме Юнга, то есть на таблице Юнга. Это элемент группы перестановок, некий специальный элемент группы перестановок. Ну, берете тензор второго ранга, действуете симметризатором. Получается что-то тривиальное? Получается симметричный тензор, правильно? Если возьмете симметризатор, вот, соответствующий вот такой диаграмме, это будут все перестановки, так сказать, трех индексов. Так что нет. Ну, это некий элемент вот этой самой групповой группы.
Вот. Который вот построен специфическим образом по таблице Юнга. Это как симметризуемый, когда мы добавляем все спирсаны, антисимметризуемый все спирсаны. Да, вот, значит, теперь вот сейчас мы перейдем к, это самое, к вертикальному объекту. Да, вот это как бы такой горизонтальный объект, который связан с таблицей Юнга. Можно совершенно аналогичным образом построить то, что называется вертикальный стабилизатор. Значит, он обозначается V от t лямбда. Значит, это тоже подгруппа в группе перестановок. Но это подгруппа, которая выделяется, значит, которая выделяет все перестановки, которые осуществляются в столбцах. Вот так же, как мы сейчас выделяли перестановки, которые были только в строках, давайте выделим перестановки, которые делают, так сказать, как бы независимые перестановки только в столбцах. HT-лямбда – это произведение групп. Значит, когда вы говорите про горизонтальные перестановки, то у вас вот этот горизонтальный стабилизатор, он разбивается на подгруппы, на полные такие группы перестановок в каждой из строк. Вот это здесь и написано. Нет, ну как, значит, вот у вас, на самом деле у вас, значит, вы можете на эту диаграмму посмотреть, как на диаграмму с лямбда, значит, с первым столбцом, в котором есть лямбда 1 штрих клеточек, во втором столбце есть лямбда 2 штрих клеточек, в третьем столбце есть лямбда 3 клеточек и так далее. Заметьте, что лямбда 1 больше, чем лямбда 2, больше, чем лямбда 3, это как бы такое дуальное разбиение получается. То есть вот по диаграмме Юнга можно всегда построить дуальное разбиение, которое как бы заменяет строки на столбцы. Вот. Значит, ну и вообще вот эта вот диаграмма Юнга, если ее теперь вот так вот перерисовать, вот так вот перевернуть относительно главной диагонали, у вас столбцы превратятся в строки. Значит, такая диаграмма называется дуальной. Вот. Ну так вот, значит, теперь если я займусь тем, что буду выделять только те перестановки, которые соответствуют перестановкам внутри столбцов, и не будут перемешивать номера в столбцах, да? То вот эта подгруппа, которая возникнет, она будет, значит, называться вертикальным стабилизатором, вертикальный стабилизатор. Вот. Ну и совершенно очевидно, что VT лямбда это есть просто произведение S лямбда 1 штрих на S лямбда 2 штрих, ну и так далее. То есть, точно такое же произведение, но уже для дуальной диаграммы. Значит, ну и далее, опять же, так сказать, выберем, значит, все элементы, которые принадлежат этому самому вертикальному стабилизатору T лямбда. Значит, все вот перестановки, которые действуют внутри столбцов, так? Вот. Ну и далее строим то, что называется вертикальный антисимметризатор. Значит, для горизонтальных перестановок мы строили горизонтальный симметризатор, это была просто сумма всех перестановок внутри строк. А для вот вертикального случая мы строим то, что называется вертикальный антисимметризатор, Q. Он строится так, это есть сумма по всем Q из этого самого вертикального стабилизатора, но они взяты с весом дельта Q, дельта Q на Q. Вот смотрите, здесь стоит просто сумма по всем перестановкам P, а здесь стоит дельта Q умножить на Q, где дельта Q – это четность перестановки. Значит, дельта Q – четность. Q. Ну, то есть, если Q четная, то дельта Q равняется плюс 1. Если Q нечетная, то дельта Q равняется минус 1. Что такое четные и нечетные перестановки, помните? Любая перестановка разбивается в произведении транспозиции, то есть перестановки, которые меняют местами два объекта всего. Если, значит, ваша перестановка
разбивается в произведение четного числа транспозиции, то он называется четный, если нечетный, то нечетный. Ну и вот, соответственно, вот здесь вот видите, берется вот такая альтернированная сумма, значит, где каждая вертикальная перестановка идет с неким весом, плюс один или минус один. Это называется вертикальный антисимметризатор. Вот. Он опять устроится по некой таблице Телямна. Вот. Ну и далее, значит, утверждение. Давайте это утверждение 1 соответствует какому-то, значит, какой-то таблице Юнга. А утверждение 2, значит, как соответствует? Утверждение 2, значит, это утверждение говорит нам о том, что Е-альфа, они соответствуют то, что называется симметризатором Юнга. Лямбда. Вот это называется симметризатор Юнга. Сейчас скажу, как он определяется. Симметризатор Юнга. И это есть просто произведение Q Т лямбда на P Т лямбда. Вот такая вот замечательная формула. Ну, конечно, тут надо взять некий коэффициентик численный. То есть пропорционально альфа. Это некое число альфа. Вот. Значит, где Q и T определены вот здесь. Значит, Q и P определены вот здесь. То есть P это симметризатор горизонтальный, Q это антисимметризатор вертикальный. Вот. Ну и вот утверждение заключается в следующем, что вот это вот является идипотентами с точностью до некой константы. То есть вот эти игреки, они удовлетворяют вот этим соотношением. По крайней мере, вот этому соотношению. В какой-то мере. Значит, это вот надо, так сказать, сказать, так как таблиц много и диаграмм с R-клеточками. Вот. Надо, в общем-то, сказать, какие из этих симметризаторов нам, так сказать, нужны. То есть не все вот эти, видите, значит, по каждой таблице можно построить симметризатор Юнга. Вот. Но не все эти симметризаторы Юнга будут соответствовать нашему набору примитивных идипотентов. Значит, примитивным идипотентам будут соответствовать вот эти симметризаторы, которые строятся симметризаторы Юнга строятся по стандартным таблицам Юнга. То есть вот полный набор примитивных взаимно-ортогональных идипотентов, это не все симметризаторы Юнга, которые соответствуют всем таблицам Юнга, а таким специальным таблицам, которые называются стандартными. Значит, как я вам сказал, все таблицы Юнга строятся как? Берем диаграмму Юнга, ну, формы лямбда, берем диаграмму Юнга и набрасываем туда вот числа от единицы до r. Значит, для того, чтобы получить стандартную таблицу Юнга, надо набрасывать эти числа специальным образом. Значит, а именно так, чтобы, значит, таблица, ну, давайте определение, Т лямбда стандартная. Нет. Значит, вообще всех таблиц R факториале. А я вам сейчас напишу формулу, сколько, так сказать, я в прошлый раз вам обещал нарисовать эту формулу, вот я сейчас ее вам нарисую, сколько на самом деле есть вот этих самых стандартных таблиц. Значит, таблица Т-лямбда стандартная, если в ней номера клеток возрастают слева направо и сверху вниз.
Ну, давайте пример. Значит, ну, давайте вот нарисуем диаграмму Юнга. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Значит, четыре, три, ну и один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Значит, объект соответствует группе установок S14. Ну и теперь давайте набрасывать сюда числа от единицы до 14. Значит, так, чтобы они возрастали сверху вниз и слева направо. Значит, 1, 2, ну, 3 можно сюда поставить, 4 сюда поставим, 5 сюда поставим, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот это стандартная таблица Юнга. Видите, у нее все числа возрастают слева направо и сверху вниз. Если я возьму вот такую таблицу, 3, 2, то это будет нестандартная таблица. Действуя на стандартную таблицу каким-то объектом из горизонтальной транспозиции горизонтальной, да, я ее перевожу в нестандартную, или транспозиция вертикальная. Я тоже ее перевожу в нестандартную. Значит, сколько всего стандартных? Вот я вам сейчас две формулы нарисую без доказательства. Значит, вот формула, которая была доказана сравнительно недавно, 1954 год. То есть это такие комбинаторные формулы, которые, в общем-то, так сказать, это самое, достаточно интересные, и люди ими до сих пор занимаются. Значит, число стандартных таблиц обозначается как f лямбда. Есть такая формула R факториале поделить на произведение по всем клеткам и G от таких чисел H и G, которые называются длинными крюков. Длинными крюков. Крюк. Сейчас будет ясно. Значит, и произведение по всем и G. Значит, ну вот это вот сравнительно недавняя формула. Значит, надо сказать, что такое, ну, R факториале понятно, что такое, да? Произведение по всем парам чисел и G, а H с индексом и запятая G. И запятая G. Значит, что такое и G, и что такое H и G? И G – это как координаты клетки. Значит, и – это номер строки. Ну вот, например, значит, и это номер строки, а G это номер столбца. Ну, например, значит, 3, 4. 3, 4 нет такой. 2, 4. 2, 4 это какая клетка? Это вот эта клетка. У нее номер строки двойка, а номер столбца четверка. Ну, номер вот этой клетки – это 2,2. Номер вот этой клетки – это 1,2. Вот. Теперь что такое длина крюка? Значит, видите, произведение идет по всем клеткам. По всем клеткам. Так? Вот. Значит, и берется, так сказать, произведение от длин крюков. Значит, что такое длина крюка? Ну, например, что такое H2,2? Длина крюка клетки вот этой. Это число клеток, которые идут от этой клетки вправо и вниз. То есть длина вот этого крюка – это есть 1, 2, 3, 4. Считая саму клетку. Вот давайте я сотру сейчас все эти номера, значит, эту стандартную таблицу сотру, эти номера, и в каждой клетке нарисую длину соответствующего крюка. Ну а вы мне поможете. Значит, длина вот этого крюка чему равняется? Крюка, соответствующая этой клетке. Ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девятка. Длина вот этого крюка чему равняется? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Длина вот этого крюка чему равняется? Четыре. Длина вот этого крюка? Единица. Длина вот этого крюка? Один.
Двойка. Потому что вот двойка. Вот этого один. Вот этого. Четверка. Вот этого. Тройка. Вот этого. Единица. Вот этого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Раз, два, три, четыре, четыре, два, один. Для вот этой вот диаграммы Юнга, вот этой, которая нарисована, значит, диаграмма Юнга 14. Значит, разбиение какое? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, четыре, три, один. Вот, разбиение 14. Вот такое. Диаграмма Юнга. Значит, вот для такой диаграммы Юнга число стандартных таблиц равняется чему в соответствии с этой формулой? Это есть 14 факториале поделить на произведение вот всех вот этих чисел. Не буду их выписывать. Совершенно удивительным образом это делится. То есть вообще это очень нетривиальная комбинаторная формула. Она делится нацело. Что вот длины крюков, они делят 14 факториале. Вот таким образом вычисляется, так сказать, количество стандартных таблиц. Вот. В частности, например, вот эта константа, которая здесь стоит, она является отношением r факториал поделить на f от лямбда. То есть она выражается через вот эту комбинаторную формулу. Вот. Вот эта схема построения всех идипотентов. Как только вы строите идипотенты, вы знаете теперь все симметризаторы. Ну вот давайте теперь вернемся, так сказать, к нашей задаче о построении симметризаторов, которые действуют в прямом произведении векторных пространств, которые выделяют нам инвариантные подпространства. В прямом произведении определяющих представлений. Значит, вот будем строить теперь вот этот объект P. Причем, значит, будем его строить так. Вот смотрите, мы, как я вам говорил, этот объект, он действует на прямое произведение. Наша задача заключается в том, чтобы выделить инвариантные подпространства в прямом произведении пространств определяющих представлений. Ну и, как мы сказали, они выделяются с помощью проекторов, которые строятся по соответствующим идипотентам. Значит, идипотенты вот здесь нарисованы. Поэтому, значит, вот на это пространство мы должны подействовать представлениями вот от этих y-ков t лямбда. Где y t лямбда – это есть симметризатор, соответствующий некой стандартной таблице t лямбда. Значит, это объект, да, значит, вот это представление, он действует в этом пространстве, значит, он действует на компоненты тензора, ну, на базисные образующие, это же что, это такая линейная комбинация перестановок, так, вот, значит, вся эта штука, она должна действовать на, значит, базисные элементы вот этого пространства, ну, или на коэффициенты тензора, как я вам говорил. Значит, на коэффициенты тензора перестановки действуют вот таким образом. Значит, ну давайте напишем, как этот объект будет действовать. Значит, ну про константу я забуду, потому что она не очень важна. Что? Чем отличаются e альфа разные? Да. Вот эти какие e альфа? Отличаются стандартными таблицами. Во-первых. А во-вторых, и диаграммами еще. Мы же действуем для SR. SR это все диаграммы с R-клетками. Да еще для каждой диаграммы есть свои таблицы разные. Так вот, для вот этого, так сказать, число диаграмм до сих пор неизвестно, общей формулы. По-моему, до сих пор этой формулы неизвестна. Это большая теорема Ферма. Ну, так сказать, для конечного числа, допустим, для r равняется четверке, можно просто посчитать, да, какие диаграммы есть. Вот такая, вот такая. Вот такая и вот такая.
Ну, большую теорему Ферма вроде тоже доказали. Вот 5 штук диаграмм. Для R равняется 4. Вот общие формулы для произвольного R, насколько мне известно, не существует. Все дипотенты для группы S, представляющие R объектов, это значит, все, надо взять все диаграммы, да еще написать для всех диаграмм разные таблицы. Вот тогда мы получим все дипотенты, соответствующие данной группе. Вот. Значит, ну вот давайте напишем этот объект. S, Y, C, лямбда, который действует на пси, и 1, и R. Значит, что такое S от этого? Ну, что такое симметризатор Юнга? Это произведение антисимметризатора столбцового на симметризатор строчный. На пси. И 1, и R. Теперь, что такое значит, Q? Это так сказать, сумма по всем Q, принадлежащим V от T лямбда, дельта Q, S от Q. А здесь будет стоять сумма по всем P, принадлежащим подгруппе H T лямбда от P. S от P. Действует на пси. И 1, и R. Ну вот эту сумму я вынесу, напишу ее здесь, вот P принадлежит H от T лямбда. То есть сумма идет по всем P таким, по всем Q таким, двойная сумма. А здесь стоит вот такое произведение. SQ, SP. На пси и 1 и r. Значит, сумма по p q, не буду писать, чему они принадлежат. Дельта. У меня дельта. На s что-то стало похоже. Дельта q. Вот. Ну а теперь давайте действовать. Sp на это что делает? S сигма действовала на пси, она переставляла индексы здесь, правильно? Значит, соответственно, будет переставляться индексы. Значит, S от Q. Значит, здесь будет писать I, P от единица и так далее. I, P от R. Ну и потом, если я S от Q сюда подействую, то у меня получится, соответственно, здесь Psi, I, P, Q от единицы. Сейчас вот так найдем. Q, Q, P от единицы и так далее, и купе R. То есть видите, что это такое? Это значит, действие этого симметризатора Юнга на компоненты моего тензора заключается в том, что у меня просто специфическим образом симметризуется этот тензор. То есть я должен в этом тензоре значит, сначала как бы его симметризовать горизонталям, так? А потом антисимметризовать по вертикалям. Значит, соответственно, вот каждому такому тензору, пси, значит, можно симметризованному таким образом. Значит, смотрите, это тензор R-того ранга, правильно? У него R индексов. Так? И мы занимаемся тем, что просто вот эти индексы там переставляем в соответствии с нашей таблицей. Поэтому на самом деле... Вот этот тензор симметризованный. Вот этот. Ему можно сопоставить соответствующую таблицу. Где в клетках стоят вот эти самые номера. И 1, там, и 2, и 3, ну и так далее. Значит, раскиданы так же в соответствии вот с данной симметризацией. То есть каждой такой значит, вот, диаграмме Юнга я могу сопоставить тензор определенным образом симметризованным, где уже в клетке я буду ставить не номера какие-то от единицы до R, да, а буду ставить вот эти индексы, которые так сказать, переставляются в соответствии с данной таблицей стандартной.
То есть теперь как бы, я задачу переформулирую в том плане, что у меня есть некий тензор так, с R-индексами. И дальше я его симметризую в соответствии вот с некой диаграммой, с некой таблицей такой, где в каждой клетке стоят эти самые коэффициенты, индексы тензора. И симметризация осуществляется так. Вот индексы, которые стоят в каждом столбце, они симметризуются, а в каждой строке симметризуются. Ну, в силу вот этой последовательности надо сначала симметризовать индексы, стоящие в строках, а потом антисимметризовать стоящие в столбцах. Но они как-то накиданы здесь не так, как я здесь написал. Надо, так сказать, посмотреть, как здесь идет перестановка. Короче, так сказать, вот эти индексы, вот, которые у тензора пси стоят, они, значит, должны быть расположены здесь специальным образом, который соответствует вот данной симметризации. Ну, давайте пример. Значит, давайте возьмем вот диаграмму с двумя клетками, напишем здесь И2, И1, И2. Значит, какой тензор соответствует такой таблице? Симметричный. То есть 1, 2, пси И1, И2, плюс пси И2, И1. Ну вот проверьте, что вот эта формула, она выдаст именно это. В принципе, это в уме можно сделать. Вот. Ну, соответственно, вот такой тензор, И1, И2, это тензор, у которого здесь стоит минус. Одна вторая берется вот отсюда. Вот, вот отсюда. Ну, здесь все-таки единица на альфа. Наверное, все-таки. Альфа минус первый. Вот так вот. Ну, сейчас проверю. А иначе там целое число получается. Значит, здесь стоит единица поделить на лямбда альфа, а лямбда альфа это вот такая штука. Это целое число, а это будет дробное. Вот эта единица поделить на 2, это вот в точности вот это. Можете проверить, что этот коэффициент в точности будет совпадать. Вот таким образом вы, действуя вот этими симметризаторами Юнга, симметризуете ваш тензор так, что он начинает вам давать некие инвариантные подпространства, неприводимые. Вот. Ну и далее, значит, можно доказать следующее утверждение. Утверждение такое, что инвариантное подпространство V, соответствующее таблице Т-лямбда. Утверждение 3. Значит, симметризаторы Юнга Y T лямбда и Y T лямбда штрих. Нет, это вот так вот, Т штрих лямбда. То есть, значит, соответствующие двум разным таблицам с одинаковой формой. Формой лямбда. Мы берем диаграмму лямбда и берем вот для одной и той же диаграммы лямбда разные таблицы стандартные. Ясно? То есть форма, значит, таблица Юнга, говорят, что она имеет форму лямбда, это если она, так сказать, соответствует диаграмме лямбда. Вот. Так вот, я беру, значит, одну и ту же диаграмму лямбда и беру две разные таблицы, соответствующие одной и той же диаграмме лямбда. И после этого строю два симметризатора Юнга, которые соответствуют вот этим разным таблицам, но с одной и той же диаграммой Юнга. Значит, так вот, этим симметризаторам Юнга они дают эквивалентные, ну или вырезают, давайте так напишем, вырезают вы
вырезают в прямом произведении. В этом тензорном пространстве вырезают эквивалентные представления S, L, N, C. То есть и этот объект дает мне проектор, который вырезает инвариантное подпространство. И этот объект дает. Вообще-то говоря, эти объекты не совпадают. То есть они вырезают в V от R разные подпространства. Но вот если лямбда совпадает, если форма этих таблиц совпадает, то соответствующие представления являются эквивалентными. Помните, что такое эквивалентное представление? То есть есть оператор, который переводит одно представление в другое. Значит, ну и значит, первое утверждение, подутверждение. А второе подутверждение такое, что если я возьму два симметризатора Y, T, лямбда и Y, T, лямбда штрих, то есть возьму два симметризатора, соответствующие разным диаграммам Юнга, представление неэквивалентное. Неэквивалентное представление. То есть, когда я начинаю переносить вот эту всю теорию с идемпотентами на значит, представление группы SLNC, значит, как мы с вами видели, все эти идемпотенты мне дают некие проектора, связанные с симметризаторами Юнга, которые мне выделяют инвариантные подпространства. Но выделение такое. Если так сказать, у меня соответствующая таблица, значит, соответствующая таблица имеет одну и ту же форму, то представления эквивалентные. Если же у меня, значит, таблицы соответствуют разным диаграммам Юнга, то представления не эквивалентные. Ну, например, вот такая стандартная таблица 1, 2, 3, и вот такая стандартная таблица 1, 2, 3. Значит, это разные таблицы. По ним можно построить два симметризатора, и они не будут совпадать. Вот. Но тем не менее, это, кстати, два симметризатора, которые соответствуют этой таблице этой, Y от этой и Y от этой, они будут вырезать вот, в пространстве V тензор R, будут вырезать инвариантные подпространства, которые соответствуют эквивалентным представлениям. Поэтому представления группы SLNC, они на самом деле характеризуются не таблицами, а характеризуются диаграммами. Хотя построение соответствующих симметризаторов осуществляется по таблице. Ну и следующий вопрос, который возникает, это как вычислять размерность соответствующих представлений. Да? Значит, то есть если у меня есть две таблицы разные, но с одной и той же диаграммой, то размерности должны совпадать. Если же у меня диаграммы разные, то размерности должны быть разные, раз они такие представления не эквивалентные. Вот. Ну и вот, так сказать, в связи с этим есть такая тоже общая формула. Значит, она называется формула Веля-Крюков. Давайте я ее напишу и на этом закончим. Значит, как вычислять размерности представлений? Давайте сначала так тупо посчитаем размерность представления вот для такой диаграммы. И для такой диаграммы. Значит, множество симметричных тензоров. Симметричных. N на N плюс 1 пополам. Ну, а антисимметричных N на N минус 1 пополам. Ну, вообще, на самом деле, довольно легко сообразить размерность любого антисимметричного тензора. Там, с M-клеточками. Ну или с R-клеточками, да, это у нас клеточка всегда R. R. Чему равняется? C из R по N. То есть это будет N на N минус 1 и так далее. N минус R плюс 1 поделить на R факториале.
То есть если R двойки, то как раз получается N на N минус 1 поделить на 2. Вот. Но есть общая формула. Значит, размерность, соответствующая диаграмме лямбда. Ну, разбиению лямбда. То есть лямбда 1, лямбда 2 и так далее, лямбда m. Замечательная формула. Называется формула Вейля. Был такой великий математик Вейль. Слышали? Герман Вейль. Формула такая. Произведение по всем клеткам Km диаграммы лямбда. Вы теперь знаете, что такое K. K – это номер строки, M – это номер столбца. Берется произведение по всем клеткам. Числитель такой N плюс M минус K. А в знаменателе стоят длины крюков. HKM. Значит, вот эта формула дает вам размерности всех представлений группы SLNC. Ну или SUN. Что все конечно мерные неприводимые представления группы SLNC или SUN, ну или их алгебр Ли, они характеризуются диаграммами Юнга. Вот. Значит, а размерность этих представлений рисуется по этой диаграмме с помощью этой формулы, которая называется формула Вейля. Ну вот проверьте дома, что вот эти формулы можно получить из формулы Вейля. Вы имеете в виду, что таблиц много для диаграммы, да? Какой симметризатор выбирать? Ну вот выбирает какой-нибудь попроще. Например, стандартную таблицу выбирают, которая... Она называется упорядоченная по строкам. То есть берут вот так: 1, 2, 3, 4, там 5, потом 6, 7, 8, потом 9, 10. То есть вот номера вот так вот растут. Она, во-первых, стандартная, видно, да, потому что возрастают номера справа налево и сверху вниз. А во-вторых, она как бы проста в том плане, что я вот так упорядочил номера. Ну вот по ней можно построить симметризатор Юнга, который, так сказать, даст ну, такой наиболее простой ответ. Для... Нам нужно еще и формулы, ну то есть разбиение тоже. Вот. А этих разбиений же тоже очень много, а ярких у нас может быть мало. Это самое. Вот физическая задача, да, найти все представления группы SU3. То есть есть три кварка, up-down, strange. Значит, вот все барионы, все мезоны характеризуются представлением SU3. Значит, и каждый кварк — это определяющее представление, это одна клеточка. Сопряженный кварк — это две клеточки, такое контрградиентное представление. Ну, я в следующий раз об этом буду говорить. Вот. Значит, мезоны — это, так сказать, как бы связанные состояния кварка и антикварка. Значит, ну, как? Здесь у меня полная антисимметризация, да, двух индексов. Тензор полностью антисимметричный. Это тензор, так сказать, определяющий. Значит, как я могу связать? Все вот это тензор третьего ранга, правильно? Здесь два индекса, тензор третьего ранга. Причем два индекса уже антисимметризованы. Как я могу вот это прибавить сюда, чтобы получить неприводимое представление? Я могу либо этот индекс симметризовать с ними, и тогда я получу вот такое вот представление. Либо антисимметризовать. Значит, для SU3, там у SU3, вот там каждый индекс бежит только три значения, правильно? Если у меня все три индекса антисимметризованы, и каждый принимает три индекса, да, то размерность этого представления единица, это синглет. Полностью антисимметричный тензор третьего ранга, если индексы бегут только три значения, это синглет. А вот, это октет. То есть это 8 плюс 1. Вот смотрите, это значит тройка, правильно? А это антитройка, 9. 8 плюс 1. Ну вот это вот можно было восьмерку вот так получить. Это тройка, это антитройка, всего 9. Это синглет, значит то, что осталось, это октет. Вот это октет мезонов псевдоскалярных. Ну вот я вам сказал, как по-другому. Ну можете по формуле Вейля посчитать. Посчитайте по формуле Вейля, что это восьмерка. Вот. Ну а барионы что? Барионы — это вот такие вот объекты. Это, кстати,
некий объект, сделанный из трех кварков. Ну, размерность какая? Кто знает? Это декуплет. Декуплет барионов. Вот посчитайте по формуле Веля. Все.